Перевозчик, прошу, пожалуйста, сюда. Սիրելի բարեկամներ, Թանկագին հյուրեր, Ձվիրբաշո ամկանակեցող բարեկամներ, բարեկամներ. Այսօր մենք ունենք հրաշալի առիթ հանդիպելու ընդամենը 2.5 ամիս առաջ Վրաստանի խորհրդարանի խոսնակ և նախագահ ընտրված առաջին թալակվածը։ Պրագմատիկ ենք, վերջին 8 տարվա ընթացքում մենք այստեղ պարլամենտի նախագահ չէինք տեսել։ Զապասին և ոսիմլեց հետի է բլա պրեծիդացինը պարլամենտը, իմի սիճաս պրիատն ու ուտիվ լինի, չտով զավորդ ենք Я хотел бы, чтобы это было практично, действительно душевно, по-настоящему деловым. Я хотел бы несколько слов сказать о нашем председателе, об Арчиле Талаквадзе, которому всего 36 лет. Обычно кончают школу и какое-то высшее образование, находят какую-то работу и стараются доказать свою нужность обществу. Но за это короткое время наш Арчил Талаквадзе, который родился в Озургете, кончил местную школу номер один, учился в Белийском государственном университете медицинском, после того учился в институте общественных отношений, начал работать в разных международных программах, после того уже он начал уже свою политическую деятельность. На поприще заместителя министра внутренних дел он пропаций руководил, после того стал заместителем министра внутренних дел, затем окончил Лондонскую школу менеджмента и после того уже избрался членом парламента Грузии от нашей партии, партии Картули Оцнеба. И в конце июня, вы помните, 25 июня, большинство голосов, по-моему, 93% присутствующих, он был избран председателем нашего парламента. Давайте поздравим, потому что всего прошло 80 лет. Да, да, зал набит, он все на ногах стоит. На высшем политическом ранге, таком хорошо, возрасте, такой идет. Перспективный и человек, который обладает качеством, высоким качеством человечности. Я буду сказать, что его две программы международные, которые он руководил у нас после учебы в Грузии, это относился, значит, один главный относился по правам человека, второй по здоровью женщин. Вот такой гуманитарный образ
Две ценности он взял для себя. Я хотел бы, чтобы еще говорить о том, что помните ли, да? Мы очень плохо восприняли, нам задело наши души, когда парламент Грузии принял, значит, закон о том, что в дальнейшем наши выборы будут только, значит, партийными, пропорциональными, и мажоритарии у нас не выберутся. Мы, как армяне, конечно, хотели, чтобы всегда у нас в парламенте был наш представитель нашей, значит, нации, нашей территории. Ну, хотя мы за этот закон, потому что закон не обсуждаем, но и все равно я думаю, что это пока было чуть-чуть преждевременно. Потому что очень много надо делать, чтобы сблизить все национальности, ага, национальные группы, живущих в Грузии. А после того уже можно будет, да, и по списку, и по другим формам. Тем более, что в мире очень много государств подобных. И о поддержке господина Арчила Таракватзе я хочу сказать еще один момент. Вы помните, в прошлом году, когда избрали президента Грузии, были попытки осквернить нашу наглядную агитацию, порвали плакаты, делали права да, делали шаги против закона и даже в этом обвинили, что наш депутат Эльзер Карабедович, потому что там задеялся драка, это была собственность. И тогда, будучи членом парламента, господин Арчил стоял в поддержку нашего депутата и несколько раз выступил об этом. И, честно говоря, это очень импонирует нас. Очень приятно, что такая четкая позиция была. Такой депутат, который имеет свою четкую позицию, свой четкий взгляд и отношение к происходящим процессам у нас в Грузии, конечно, будет избран и президентом, и председателем парламента, и политиком высшего ранга. Спасибо, господин Арчил, за то, что вы поддержали нашего депутата. Сейчас, видимо, мы будем все слушать, да? Да, сейчас время, чтобы не терять. Сейчас слово дадим председателю парламента Грузии, господину Арчилу Таракватзе. А после него мы будем слушать ваши вопросы, ваши высказывания. Господин Арчилу. Salam shidubisa. Ovesanovich chemozu khaso mokhalake. Khaso minet mendele. Tme boda debo. Tres me bednieri var da chem smas. Asoy yerchanikem vor hanbibel em tses. Chem smas enzels mi da madloba utkharo eseti shekhvedra da agetan imos mindash. Me pirvela darvarak. Pirola darvar amkhareshi Chinayats vor yes arachi ankam chem aystegh ais yergramas